Так, а что, пацаны? Ой, это мы где воевали, люди? А ты роты, блядь? А, я дорогу знаю, кстати. Усмотрелся. Ну, пока по асфальту, наверное, или направо ты? Да, по асфальту. Че, нету направо, пошли, направо, что, направо. Черно-белого жезла, и вот прекращен полет. А пилот сразу где ремки, блядь, нет. Да. Ну не зря мы вставили с едой. Едой все вставились. Еда там. Да. Так, а тут сейчас направо или? Да, да, вертолет. Это наши, кстати. Ебать, наши уже на вертолете. Ну-ка нахуй. А че мы на машинке не будем? Ну а как нам еще добираться до поставки? Не, ну вертолет-то есть. Ну блядь, когда они были, нам сказали, едьте, блядь. Налево. Стоп. Вот я дальше не знаю, куда мы едем. Направо. Налево. Останавливайтесь нахуй. Метку поставьте на скупщика черепахи, там одну дорогу ведет. Так, что-то меня-то не туда завел. Налево, я же говорю. А что тут, GPS? Нет, туда. А что GPS? Дальше едь. К вертолету давайте. А вон я вижу, как вы прыгаете. Да ладно, посел. Что вы говорили, осталось доехать там, блядь? На стройке. Про весовку подальше. Хоть я ряд, он прыгает. Одни, блядь, по воде почти худели, вторые там тоже прыгают. Да мне тут Сусанин говорит, направо, я, блядь, круг ебанул. Ой, нихуя себе. Бросайте уже, разъебайте эти. Левее бери. Нет. Надо починиться, по-моему. Так, пацаны, пит-стоп. Кого ремка? Есть. Здорово, папа. О, здорово, папа, привет. Здорово. Короче. Ночи. Ну. Короче. Ребят. Разговор помните. Здорово. Как у вас произвести запись, которая была сделана с помощью ДМ спика вам, чтобы вы услышали. На 10.6 должна быть она. А? Если эта запись должна быть на диске C в твоих документах на мы. Нет, там, где она как бы сохранилась, это я знаю, как ее у вас. Сейчас, брат. Какой там твоя. Ладно, короче, не в этом суть. Короче. Не, просто это плеер, что в было? В плеере. Это что такое? А здесь нажми кнопку держать, чтобы звук к нам шел. Что за сайт? Это что было? Тише, давайте ему скажу, что. Это я растяжки поставил. Говори, блядь.